Дарья Фадеева – студентка Ульяновского колледжа градостроительства и права. Девушка – гордость учреждения. Уже 4 года она завоевывает всевозможные награды. Даша – председатель студенческого совета и за несколько лет смогла создать вокруг себя команду активистов. Она хороша и в спорте, и в волонтерстве, и в творчестве, и в учебе. Мое студенчество очень проходит ярко. Я являюсь участником различных студенческих мероприятий, также российских фестивалей молодежных. Я могу сказать то, что нужно участвовать, если ты этим горишь и хочешь, и самое главное, ничего не бояться и идти к своей цели. Дарья – лауреат регионального этапа конкурса «Студент года» и победитель всероссийского конкурса «Студенческая весна» в номинации «Графический дизайн». И это только часть ее награды. Свои успехи Дарья благодарит своих родителей, друзей, команду активистов, а также коллектив колледжа. Признается, что без поддержки опытных наставников у нее бы ничего не получилось. Педагоги образовательного учреждения уверены, непрерывное развитие, поддержка профильного министерства и участие в федеральных программах позволяет растить великое будущее региона. Региональная система среднего профессионального образования не стоит на месте, она продолжает развиваться, и мы как регион всегда стараемся быть пилотными во всех федеральных проектах, участвовать, что касается развития наших профессиональных образовательных организаций, колледжей, техникумов. Это проекты, связанные с модернизацией учебно-материальной базы наших техникумов и колледжей. И, конечно же, все это позволяет в целом менять качество образования, качество подготовки востребованных специалистов. Сегодня Дарья Фадеева продолжает свою деятельность, вдохновляя других студентов на активное участие в общественной жизни и стремление к саморазвитию. Таких активистов, как наша героиня, в регионе несколько тысяч, и с каждым годом цифра увеличивается. Всего же в Ульяновской области учатся более 38 тысяч студентов высших и средних учебных заведений. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Ул-Правда ТВ.